Фестиваль «Москва встречает друзей» – самый масштабный проект благотворительного фонда Владимира Спивакова. С 2004 года в нем приняли участие тысячи одаренных детей из десятков стран мира. Неизменные участники фестиваля – сам маэстро и камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Выступить с ними мечтают многие юные музыканты. Для меня главные дети. Я стараюсь дать им возможность раскрыть то, что они приготовили, раскрыть свою душу. Начался фестиваль с особой акции. Маэстро Спиваков вместе с детьми посадил рядом с домом музыки сибирские кедры. В этом году в Россию приехали музыканты из Великобритании, Италии, США. Их возраст от 4 до 12 лет. О таких исполнителях говорят – вундеркинды. Они уже сегодня могут повести за собой целый оркестр такого уровня, как «Виртуозы Москвы».